Всем привет, дорогие друзья, с вами Блуд Линнес, и сегодня мы дальше проходим The Cat Lady. И как вы помните, нас убил Доктор Икс. Это был один из паразитов, которых мы должны убить. Конечно же, почему мы должны убить? Потому что нам бабка-то сказала, она нам дала бессмертие. И где же мы оказались? Я, честно говоря, не знаю, но это больше похоже на какой-то кинозал, но тут экрана нету, только зеркало. Что-то за шнурок. А ну-ка, давайте подойдем сюда. А, не, все, лампа не работает. Что-то непонятно, конечно. Ну ладно, осмотреть. Так, что это за шнурок? Осмотреть. Так, интересно, куда он ведет. Потянуть. А ну-ка, давайте потянем. Сейчас на голову еще что-нибудь упадет. Слушайте, мне кажется, сейчас бабка выйдет, эта, которая. А, не, смотрите. Резко музыка прекратилась. Что там? Ух ты, ёпа твою мать. Глаза карие, глазые. Мерзкий доктор Икс. Он обидел маленькую Сьюзан. Что? Кто? Кто ты? Я ворон, конечно. Я выкину тебя отсюда. Или Сьюзан хочет остаться? Я так и думал. Существует две двери из этого места. Одна из них просто возьмет Сьюзан в то место, в котором она принадлежит. Но за другой, за ней небольшая награда. Что? О чем он? Это то, чего она всегда хотела. То, чего она жаждет каждый день. О чем он говорит? Где эти двери? Я их не вижу. Просто вернись к правой стороне сцены, моя милая маленькая Сьюзан. Не должна пропустить их. Правая... ну, давайте идем. Где эти двери? Вот. Ну. И какая куда ведет? Ух ты. Что это? Что за херня? Понравилась ли Сьюзан моей девочке? Я знал, что так оно и будет. Ой-ой-ой. Это какие-то странные девочки. Я бы с такими не хотел бы. Кем бы они ни были, скажи, чтобы они перестали глазеть на меня. Но они, чтобы провести Сьюзан, они охраняют двери. Они знают, в какую дверь она должна войти. Войти, чтобы получить награду. Но есть одна проблема. Какая? Всегда есть проблема. Я даже не удивлена. Через какую дверь я должна пройти? Пусть Сьюзан сама решит. Вот это, конечно, непонятно. Я... А вдруг ее единственный шанс найти то, что она потеряла, впустить его? И Сьюзан никогда не вернется обратно. У Сьюзан есть всего один вопрос, и она может задать его лишь одной из них. Но она должна это использовать с умом. Я могу это сделать, но в чем подвох? Все очень просто. Одна из моих девочек всегда говорит правду. Опа. В то время как другая все время лжет. Always lies, always tell true. Я предполагаю, что вы не скажете, какая лжет, а какая говорит правду. Я сам забыл об этом уже давным-давно, Сьюзан. Но какое имеет это значение? Все, что нужно Сьюзан, это найти нужную дверь. О боже. А ну-ка, а когда? Когда она скрещивается? Ничего не происходит? Не происходит? Always lies. Давайте сохранимся, тут можно, в принципе, сохраниться. Так, ну что, мы сохранились, и давайте подойдем к этой кукле. Осмотреть. А надеюсь, она перестанет глазеть на меня. Одна, смотрите, в крови, одна нет, не сильно. Ну ладно, спросить. Так, в какую дверь мне надо зайти? Она нам ничего не ответит. Вот она показывает, в эту, да, типов? Которая горит сильнее. Блин, у нас там... Это все... А, у нас же всего лишь один вопрос. У нас один вопрос был. Да не гоните. Твою дивизию. Ну ладно, давайте в эту войдем. Не знаю, рискнем. Мы, в принципе, сохранились. Так что ничего страшного. Все? О, мы к бабке пришли. Свеча. О боже. Нет, я не туда, наверное, пришел, да? Чтобы вернуться, нам надо задуть свечу одну, да? Ну ладно, давайте попробуем. Я не знаю, правильно ли я вообще делаю. Вот чувак был под капельницей, походу. И он сейчас умрет. Да? Что-то какой-то чувак, знаете, похож. Вообще непонятно, на кого он похож. Все. Умер. Смотрите, дышит. Не, не умер. Я не понимаю, правильно ли я поступаю. Возможно, это как-то... Слушайте, а это не та, которая героиновая наркоманка? Честно говоря, я не знаю. Все.
Амбецом. Или не Амбец. Да, Амбец. Да, 10-2. Наверное, это в той же больнице. Хм, странно, странно. Итак, где это мы появились? В какой-то темноте. Мы хотя бы ту дверь выбрали или нет? Возможно, нам не стоило убивать никого. Блин, главное, чтобы это на концовку не решилось. Ну, не подействовало. Этот мешок для трубы из больницы. А ну-ка, давайте откроем. Неужели я там? Опа. Мешок для трупа. Хм. Он упал и все. Тё. Что за бред? А ну, открыть. Возможно, сейчас можно будет открыть, когда он упал. Что же там? Хм. Ну. Ух ты. Это я. Но... А смысл? Опа. Я вылез из мешка? И где я оказался? Честно говоря. Опа. Психиатрическая больница? Мы, походу, что-то не то выбрали, мне кажется. Ты вероломный грязный ублюдок. Я открыла тебе свое сердце, а ты хладнокровно зарезал меня. Ты заплатишь за это, клянусь, что ты заплатишь. Это она говорит про доктора Икс. Но это значит, что старушка была права. Я не могу умереть, я бессмертна. Иммортал. Я думаю, пришло самое время узнать, насколько вы смертны, доктор. Предсмертная записка. А ну-ка, осмотреть. Эту предсмертную записку написала я. Почему он прикрепил ее на стену? А ну-ка, прочитать. Мое имя Сьюзан Эшвард. Я живу одна в старой двухкомнатной квартире. Я редко выхожу на улицу. Все? Честно говоря, друзья, я переиграл и попробовал, как вы говорили, ответить на все вопросы по-другому доктору Икс этому. А ну-ка, взять железный пруд. Можно взять? Отлично. Ну, доктор Икс, ты получишь еще своих... А ну, труп. Еще одна несчастная жертва убийцы выглядит, как будто бы она была мертва уже давно. Он, походу, не одну тут девушку зарезал. Смотрите, тут мы и кроме нас еще двое. Это старая ржавая дверь. А ну-ка, можем открыть так легко? Ух ты, я не успел прочитать. Ну ладно, ничего страшного. Смотрите, мы в какой-то непонятной вообще локации. Где мы вообще? Закрыть кран, включить горячую воду. Ну, пока что нам это, наверное, не понадобится. На одной из полок лежит старый кусок мыла. Взять. Не, ну, что-то, знаете, такая музыка интересная. Такое чувство, как будто бы сейчас... А ну-ка, используется. Ну, может, сначала повернуть кран? Ну, давай. Так, раковина. Давайте холодную воду. Нам, в принципе, все равно, наверное. А ну-ка, использовать. Не? О, надо помыться, наверное, да? Сейчас она покрыта пеной. Возможно, это для чего-нибудь пригодится. Я знаю для чего. Мы, наверное, положим его, и он подскользнется и прям на пруд. Прям глазом своим шоколадным. Женщина. Так, осмотреть тело. Это тело уже довольно сильно разложилось, в то время как настоящая искусственная вечная... Вечно модели доктора скоро сгниют и развалится. Это больной человек. Как ему удавалось скрыть все это безумие? Ну, потому что он психолог, в принципе. Осмотреть куклу. Подозреваю, что он не смог бы удержать горностая, так что он все это использовал для этой жуткой куклы. А ну, взять голову куклы. Возможно, для этого найдется применение. Ну, посмотрим. Потом что-то мы сделаем. А ну. Похоже, это место было закрыто долгое время. А, не успел. Так, а ну-ка. Однажды, когда это место сметут, все доказательства будут погребены под грудой камней. Но мы этого не допустим. Мы просто-напросто... Ух ты, о том, кто это. Мы просто на... Лис! Это он убил ее! Боже, это лис. Но это невозможно, мы разговаривали вчера ночью, я пыталась отговорить ее от прыжка. Она все еще здесь, проткнутая металлическим прутом. Выглядит, как будто бы она была мертвой много дольше. А ну-ка, что случилось потом? Это был просто сон? Я правда схожу с ума, или... Она действительно была здесь, уже будучи мертвой. Странно, возможно, они нас кормили таблетками, из-за этого как бы повесили ее тело. Ее карманы пусты. Вытащить? Вытащить сможем или нет? А ну-ка. Взять ключ. Хм. Странно. Мне кажется, он ее убил. А ну-ка, войти. Закрыто, значит, ключ. Так, кого-то там режут. Смотрите, слушайте, какой-то звук непонятный.
Скорее всего, он ее убил, а потом нас накормил таблетками, и все. Так что мы увидели? Теперь я могу уйти отсюда и навсегда забыть об этом месте, и доктор Икс. У меня куча своих проблем, я не гожусь для того, чтобы вершить правосудие над убийцами. Ключ у меня, и он явно был оставлен здесь с тем, чтобы я нашла его. Быть может, это сделала Лиз? Если это правда была она, то ясно, почему она хотела, чтобы я ушла. Если бы она хотела отомстить, то уж наверняка она оставила мне пистолет или что-то в этом роде. Что-то странно. С другой стороны, он серийный убийца, он убил множество женщин, он убил меня. И он продолжит убивать, если я не положу этому конец. И не сомневаюсь, что никто из этих тупых кретинов сверху мне не поверит. Как и в тот раз, когда я рассказала про Лиз на крыше. Мое слово против слова доктора для них ничего не будет значить. Для них я просто жалкая неудачница. Но этот крик. Там у него какая-то жертва есть. Это следующее, да? Спасать ее, наверное, уже слишком поздно. Но что, если еще не поздно? Я сказала пожилой даме, что я не убийца. Может быть, я ошибалась? Я никогда раньше не чувствовала вкуса мести. Ведь что, если он окажется приятным? Мне кажется, нам надо вернуться. Время принять решение. Останусь ли я и буду сражаться, или я уйду и буду жить дальше. Словно ничего этого раньше и не было. Остаться или уйти? Как вы думаете, что мне сделать? Если он реально серийный маньяк, то зачем его оставлять в живых, если нам дали такое право? Смотрите, нам дают даже тут решение. Вот это круто. Но я не уйду, я останусь. Но, блин, я не могу понять, куда нам надо идти, чтобы убить его. Может, сюда? Нет, смотрите, тут мы... Тут только раковина есть. У нас есть пруд. А куда же нам идти? Может... А, возможно, сюда. Ух ты, ёб... вашу же дивизию. Манекен. Ой, Лиза. Мона Лиза. О боже. Я видела нечто подобное раньше, живые картины. Кроме этого, здесь есть тела, подвешенные на колючей проволоке и привязанные к стулу. Смотрите, мы даже просто-напросто не ушли. Я хотел его завалить. Зачем вообще уходить? Что такое? Ты заплатишь за это, ублюдок. А, она живая. Эта девушка просто... Просто сделанная, как бы, как картина. Кажется, он использовал много макияжа, чтобы воплотить ее в образ Моны Лизы. О боже, вот он больной просто реально. Его нельзя оставлять живых. Я ненавижу таких людей. Учебный скелет. Вероятно, он использовался в учебных целях, прежде чем оказаться здесь. Знаете, друзья, я вообще ненавижу тех людей, которые причиняют другим боль. Осмотреть. Большой металлический болт лежит на одной из полок. А ну-ка взять можно? А ну-ка, этот болт мы случайно не сможем к железному пруту как-то примотать, не? Ладно, потом решим, что мы сможем сделать с этим. Мольберт. Доктор считает себя художником в какой-то степени. Ну да. Так, верстак, осмотреть. Я бы могла смастерить здесь оружие. А ну-ка, давайте попробуем. Так, смотреть. Мне нужно оружие, здесь я его могу смастерить. Ну давайте попробуем. Положим железный прут. И положим болт. Может, как-то там болт вставить в... Это не сработало бы. А голова куклы что, сработает, что ли? Ну и мыло, в принципе. Тогда мы пока что, наверное, ничего не сможем сделать. Ладно, давайте вернемся пока в комнату. Так, а прут мы оставили, да? Ну ладно. Возможно, мы что-то пропустили. Возможно, там что-то еще есть. Ух ты. Венера, смотреть тело. Еще одна несчастная жертва сумасшедшего доктора. На одном из пальцев что-то блестит. А ну-ка, осмотреть руку. Кольцо какое-то. Я бы могла снять его с пальца, если бы он не распух так сильно. Может, отрезать чем-то. Блин, это орет. Я вообще, жесть. Девушка с жемчужной сережкой. Ее безжизненное тело расположено точно так же, как и на картине. Похоже... что убийца использовал проволоку, чтобы удержать ее голову повернутой в сторону. Ух ты, жопа какая. Ну, не у нее жопа, вообще жопа в ситуации, происходящей тут. Так, ржавый металлический ящик открыть. Может, тут что-то есть? Давай быстрее откроем его. Что тут у нас? Гаечный ключ. Отлично. Этим гаечным ключом мы что-нибудь тоже сделаем. Так, подождите, пока что... Давайте оружие какое-нибудь смастерим. Что-то я медленно так иду.
Слушайте, а может гаечным ключом с руки открутить этот ключ? Ну, то есть... Нельзя. То есть пальцы открутить. Ну, там палец бы откромсали бы, в принципе. Нам наш мертвый уже. Ну, ладно. Давайте, может, попробуем что-то здесь сделать. А ну-ка, использовать. Так, а ну-ка. Гаечный ключ использовать, не? Не. Ну да, в принципе, что мы с ним сможем сделать? Ладно, нам надо... Давайте посмотрим... Так, вернуться в комнату. И забрать не получится у нас трубу эту. Давайте дальше пройдем, наверное, что-то я не нашел. Просто я боюсь сейчас к нему попасть и ничего не сделать. Чем я его прибью? Смотрите, какая интересная вообще такая замануха. Мне не нужны глаза, чтобы насладиться твоим страхом. Кричи громче, сука. А что с ним? А, он закрыл себе глаза. Он и бьет ее. Вот гандоша. Да, определенно моя любимая песня. Вот это да. Хочешь, чтобы я станцевал для тебя? В отличие от тебя, я хорошо разбираюсь в искусстве. Твой крик похож на стихотворение без слов. Вот это да. Он носит маску и повязку на глаза. Но он уверен, что я мертва, и никто не знает об этом месте. Слушайте, а может по голове ему просто ключом дать? Но похоже, что ты сделал большую ошибку, тупица. Твое тело — инструмент. Никогда бы не думал, что в тебе это есть. Ты заставляешь меня трепетать от восхищения. Твоим телом вечно будут восхищаться такие, как я. Те, кто понимает единственное чистое и подлинное искусство. Ну да, он просто маньяк, он просто идиот. Ну не идиот, а маньяк. Больной на голову, короче. Так, стойте, мы что-то можем сделать сейчас? Вот это да. Так, а давайте попробуем доктор Икса. Ну, он меня не видит, но может услышать меня. Давайте как-то, может, мыло положим. А, тут нельзя, да? А ну-ка, влажное мыло, использовать. Ничего тут с мылом не сделаешь. А если в него кинуть голову куклу? А, тоже нельзя. О, болт. Нет. И тут никак нельзя, да? Так, напасть, посмотреть. Я видел, достаточно, доктор должен умереть. Напасть. У меня нет шансов, он просто убьет меня снова. Мне нужно оружие. Так из чего мне это оружие, блин, сделать-то, а? Так, ну надо что-то... Так, проволоку. А ну, стойте, проволоку. А ну-ка, использовать никак. Может, болт там как-то в голову ей закрутить. Я понял. Стойте, влажное мыло. Руку. Руку мылом намазать, и все нормально будет. Все, я понял. Обычно так снимаются кольца. Все. Во, отлично. Только для чего нам это кольцо? Я без понятия. Так, гайка использовать. Это можно использовать где-то. Но где? А ну-ка, давайте пойдем в комнату. Может... А ну-ка, стойте. Мона Лиза, смотрите. Ага. Ладно, давайте попробуем еще раз зайти и положить... Эту гайку, я не знаю, может как-то гайку с болтом закрутить. Все, я понял. Короче, ложим. Гайку нельзя сразу положить? Нет. А ну-ка, гайка. Может просто гайкой бы закрутить болтом, типа такого. Почему ничего нельзя использовать? И голову тоже. Ну ладно, в принципе. Ладно, тогда надо что-то еще поискать. Так, вернуться в комнату. Мольберт. Так, ладно. Сейчас решим. Охренеть, друзья, я поднял, короче, стул тут стоял. Он развалился у меня в руках. Хорошо, что я не сидела на нем. Тем не менее, эту деревянную ножку можно использовать. Просто нужно прикрепить к ней лезвие. Ага. А она у нас появилась хотя бы? Да. Появилась, это хорошо. Так, ну тут у нас ничего нету. Горячая вода смысла не играет. А ну-ка, давайте подойдем еще раз. Клиз. Давайте вытащим, может. Надеюсь, ты найдешь покой после смерти. А, вот, пожалуйста, вот вам. Почему же ты сразу не вытащила-то, а? Вот железный пруд. Может, сейчас как-то используем его на верстаке. Ну, в принципе, все. Я уже даже больше не знаю, что еще можно вырвать тут. В принципе, только что железную проволоку, но мне кажется, она не подойдет. Так, ну давайте, в принципе. Не, в принципе, там ничего, наверное, не надо сделать. Так, давайте положим на верстак что-нибудь интересное. Так, использовать.
Ну, давайте железный прут использовать. Отлично. Что тут у нас еще есть? Ножка стула использовать. Так, болт, да? Да? Опа, что мы сделали? Болт надо закрепить, иначе все развалится на части. Но у нас для этого есть гаечный ключ. Почти готово, но не получится закрепить болт без гайки. Но, пожалуйста, вот у нас гайка есть. А теперь осталось только закрутить гайку каким-нибудь инструментом. Ну вот, в принципе. Оружие готово. Полагаю, сейчас самое время встретиться с доктором. А где оружие, кстати, покажите? Что это? Копье? Ни хрена себе. А зачем... А зачем нам, кстати, голова? Может, на голову как-то насадить? Или отвлечь головой? В принципе, мы сейчас насладимся этим убийством. Что такое? Ну что так, Таришка, иди сюда, козлина. Так, посмотреть. Ага. Ну все, напасть. Надо было сохраниться. У меня не будет шансов, он просто убьет меня снова. Мне нужно оружие. Ну вот, у нас есть оружие. Так, давайте сохранимся на всякий пожарный. Так, сохранить. Отлично. Ну что, ты готов? Готов. Ни хрена себе там копье. Только царапина. Как дела, док? Веришь в карму, док? До встречи в аду. Веришь в карму, док? Do you believe in karma, doc? Док. На. Прям в горлянку. Получи, сволочь. Все? Убили? Так легко, быстро. Тело доктора Икс. Осмотреть. Наконец-то он получил по заслугам. Надеюсь, он сгорит в аду. Так, девушка. Я только что спасла эту девушку, но почему я все еще чувствую такую ярость? Ну, потому что ты только сейчас... Только что убила человека. Так, отвязываем. И что ты нам скажешь? Это та, которая в очках, кстати, походу была. Спасибо огромное вам. Спасибо. Он бы меня убил, как других. Это животное. Вы дали ему то, что он заслужил. Кто вы? Сьюзан. Мое имя Сьюзан. Они называют меня кошатницей. Это не важно, забудь о том, что меня видела. Просто уходи. А знаете, мне кажется, то, что я сейчас скажу, сыграет роль потом. Но давайте скажем, что мы Сьюзан Эшворт. Теперь выбирайся отсюда, вызови полицию. Я иду домой. Блин, не знаю, друзья, но у меня сейчас мурашки идут по телу. Я не знаю, почему у меня даже так игра... Блин, ни одна пиксельная игра не вызывала таких эмоций, но... Это супер просто. Это круто. Река. Интересно. Но одного мы уже убили. Давайте еще немножко поиграем, посмотрим, что там будет. Стоя на берегу реки, я размышляю. Нужен ли мне камень? Нет. Мне и так тяжело на сердце. Оно камнем потянет меня вниз. Какая атмосфера в игре, просто супер. Эту игру надо смотреть в тишине и только под вечер, только ночью. Вот я сейчас играю, у меня почти 2 часа ночи. Это просто чудесно, я вам скажу. Как музыка тут передана, как просто звуки, все это... Почему я раньше эту игру не нашел? Не знаю, почему я ее вообще выбрал, просто мне кто-то написал «поиграй». И я подумал, надо что-то взять необычное. Наконец-то я дома, здесь я буду в безопасности. Это, кстати, наш дом. Сперва мне нужно смыть все ужасные воспоминания об этой ночи. Так хочется в душ, поесть чего-нибудь, выпить кофе, выкурить сигарету. Оказывается, она пьет кофе и курит. Еще я очень соскучилась по моим кошкам. Давай хотя бы на минуту представим, что все снова вернулось в норму. В конце концов, я выжила. Может быть, я могу попытаться получить удовольствие от маленьких радостей в жизни? Ой, я не успел. А, я нажал. Ладно. Так, давайте на кухню. Мне не стоит туда идти, все вымазаны в крови. Сперва я должна принять душ. А, наверное, надо включить свет для этого сначала. Так, дверь в ванну. Войти. Сначала нужно открыть. Ну, это уже жесть. Так, включаем свет, чтобы все видно было. Жесть, я вся в крови. Так, принять ванну, принять душ, потянуть шторы. Ну, давайте шторы сначала отодвинем.
Какая ужасная ванна. Она в желтых. Ты бы хотя бы помыла. На толчок не будешь садиться? Угу. Нам не покажут. А раньше, главное, показывали. Офигеть. Показывали ляжки, показывали жопу. А сейчас, ну ладно. Давайте теперь сходим в ванну, принять душ. Что такое? Почему все шикарно? Очевидно, у меня кончились деньги на электросчетчики. Я не могу принимать душ в темноте, нужно включить свет. В спальне, кажется, должны быть деньги. Что такое? Взять деньги для счетчика. А красная шкала состояния Сьюзан, она показывает раздражение. Когда шкала заполнится, она будет полностью подавлена. Охренеть, это же Фаренгейт гребаный. Вспомните Фаренгейт, пророчество Индиго. Игру, если кто играл. Но если кто не играл, вы чё? Это интерактивное кино, то же самое, как Walking Dead. И на счетчике нет денег. А, ну да, свет не зажжется. Шкаф, так. Где у нас, где у нас? Так, стул. Стул, окно. Выключатель, свободная спальня. Вроде бы в спальне, да? А, подождите, а где же тогда? Дверь спальни открыть. Угу. Где же эти деньги? Дверца шкафа. Вот те самые часы, кстати, которые мы видели. Так, сумка. Может быть, тут есть деньги? Тут есть немного мелочи, надо ее прихватить. А, я не успел. Вы отправитесь со мной, дорогие мои палочки здоровья. А что это? Счета, счета, счета. И снова счета. Ну и чем, спрашивается, мне их оплачивать? Лучше бы я протянула ноги в той чертовой больнице. Охренеть, у нее шкала, кстати, повысилась, это плохо. Так, монеты, сигареты. Курить. Может, если мы покурим? Я редко курю в квартире, я выкурила одну в спальне перед тем, как наглоталась этих таблеток. Но на самом деле мне не нравится запах дыма в помещении, обычно я курю на балконе. Не здесь. Значит, нам надо просто будет выйти и покурить на балконе. Так, кошачьи часы. Закину деньги в счетчик возле квартиры. Интересный, кстати, способ. Такой, знаете, удобный, если так деньги закидываются. Давайте пока ничего не будем осматривать, потому что шкала, я так понял, будет возрастать с тем, как будет наша Сьюзан себя чувствовать. Вот ёб, ты ж бля. Вот это вам я скажу пострашнее всяких скримеров, хорроров, мать его. Жопа гречневая. Так, где? А ну-ка, открыть. А вот счетчик, кстати. Хм, никогда не сталкивался с такой системой, чтобы деньги закидывать в счетчик. Так, осмотреть. Это старый электросчетчик. Вместо того, чтобы каждый день оплачивать счета, можно было просто закидывать в него монеты. Сейчас на счетчике денег не осталось. Ну, давай закинем. Использовать. Бэмс. Этого должно хватить на несколько дней. Не забыть бы включить свет, когда я покину комнату. Выключить, да, или включить? Так, у нас должно... Синяя шкала растет, когда Сьюзан счастливая и удовлетворенная. Когда шкала заполнится, она может отдохнуть и расслабиться. Ух, это хорошо. Это прям как Mass Effect какой-то гребаный. В Mass Effect, помните? Блин, не знаю, играли люди или нет, но играли по-любому. Так, уже открыто, да? Я хочу сказать... Что я хочу сказать? Давайте свет включим. То, что знаете, как там красный ты отступник, синий ты добрый человек. Так, принять ванну или душ? Что она там говорила? Ванну она вроде... Не, душ вроде, да, хотела принять? Ну, давай. Надо смыть, а в принципе даже и не важно. Хотя в ванне бы она расслабилась, по идее бы. Не знаю, я лично люблю душ принимать. Как вы, друзья? Пишите в комментариях, что вы любите делать в ванной. Только не пишите, что вы там дергаете пипиську. Опа. Стоя на берегу реки, я улыбаюсь. Будет ли мне не хватать всего этого? Нет. Я буду рада оставить все позади. Я больше никогда не возвращаться. Опа. Опа. Ну вот, гораздо лучше. Теперь надо бы перекусить, когда я там ела последний раз. Умираю от голода. О, у нас, кстати, душевное состояние улучшилось. Гляньте, мы приоделись так уже, так четенько. Перекусить, выпить кофе и выкурить сигарету. Сигареты мы уже взяли, да? Давайте выйдем на балкон, покурим. И давайте свет вообще включим. Ой, слушайте, а тут свет выключился-то? А ну-ка, надо выключить. А то, смотрите, там же счетчик потребляет энергию. Жесть, да эта игра интерактивнее, блин, Walking Dead. Там такого даже не было. Так, включить.
Шкаф, а ну-ка смотреть. Старый шкаф, в котором я храню книги, письма, журналы и бокалы для вина. Уж не помню, когда я в последний раз их доставала. Я ничего не писала с тех пор, как Эрик... Как Эрик что? Ладно. Ладно. Балконная дверь. Сесть. Слушайте, я думал, мы выйдем и покурим, как бы там войти. А ну-ка. О, отлично. Кружка. Сушилка для белья. Здесь хорошо. Погоду я развешивала сушиться свою одежду. Теперь она сломанная, как и все остальные в этой чертовой квартире. Так, кружку мы сразу берем, потому что кофейка мы нальем. Мы сейчас как ТПшечка будем стоять, короче, на улице. Миски осмотреть. И это для моих кошек. Я всегда накладываю им еду, когда они приходят. Но пока их нету. Так, давайте сразу пойдем кофейка себе бать с ним. И сразу с этим сигареткой покурим. Вообще, четкое такое занятие. Ага. Так, а где у нас кухня тут? И свет надо, наверное, включать. Так, сумка. Кухня, ты где? Картина, кровать. Кошачьи часы. Так, не, ну смысла нет. Блин, может я пропустил где-то кухню из-за этого. Так, дверца шкафа, ну, открыть. Ну, опа, мячик. Опять я нажал на кнопку и не успел прочитать, что там написано было. Просто одежда и обувь, ничего из этого мне не нужно. Пока что. Не нужно. Так, где же холодильник? Где он? Может, я его... мы же в самом начале его увидели. Что ж я гоню так, а? Так. Дверь в ванной. Выключатель. Включить. Так, войти. А, блин. Включаем свет. Блин, везде свет надо включать. Чайник. Сделать кофе. Слушайте, мы что, в симулятор играем жизни? Мне нужно сперва вскипятить воды. Ладно, налить воды тогда для начала надо. Угу, наливаем. Блин, ну тут вообще интерактивность просто зашкаливает. Чтоб так было, я первый раз вижу. Включи теперь, да? Все как в реальности. И теперь... Стой. А, кипит. Слушайте, а кофе ж надо найти сначала, да? Буфет, холодильник. Наверное, в буфете. Так, взять коробку спичек, консервированную кошачью еду. Давайте возьмем сразу... Так, а где кофе? Так, еду возьмем сразу. Сухое молоко. А где же... Так, коробку спичек обязательно возьмем. Сухое молоко возьмем. А, надо сначала кофе сделать, а потом... Ну ладно, что пора мы... Кофе не будем открывать же, я надеюсь. На 800 ватт. Слушай, ну неужели у тебя кофе в этом... чизбургере? Ну давай, ладно, перекусим хотя бы. Закрыть. А где же кофе у тебя хранится? А ну-ка, давай перекусим хоть сначала. А, все, понял. Надо разогреть сначала. Так. Гамбургер использовать, да? Так, поставить на 60. А насколько она там хавает? Я не знаю, мне хватает 60 секунд, в принципе. Хотя я гамбургеры не ем, но ну, иногда там. Ну, думаю, хватит, в принципе. Так, ну. Так. Ну что, можно перекусить теперь? Съесть. Ну, кушай. Приятного тебе аппетита. Смотри, не подавись. И не разжирей. Хотя такая не разжиреет, потому что она вон такая худенькая, смотрю. Где же это чертово кофе, блин? Открыть. Штопор. Ну штопором-то мы кофе не будем открывать. А ну-ка, сделать кофе можно? А, так оно автоматом там делается. Я думал, его надо найти сначала. Ну ладно. Так, а теперь сухого молока давайте возьмем. Так будет даже еще круче. Теперь это идеальная кружка кофе. Использовать сухое молоко. Я еще первую не выпила. А, ну ладно. Ну что, бахай. Кофе с молоком. Выпить. Слушайте, ну эта серия какая-то получается такая. Как я кушаю, как я все это делаю. На вкус великолепным. Будет еще лучше только с сигаретой. А, ну хорошо, идем тогда. Ой, надо выключить. Свет за собой надо выключать. Так, выключить. Тут тоже. Вырубить. Так, ладно.
Вы... Не, ну в принципе давайте оставим пока что. На обратном пути выключим. Так, балконная дверь. Погнали. Опять эта чертова птица. Уходи, брысь. Так, ладно. А, это тот ворон. Посмотреть. Это для моих кошек? А ну-ка, а если мы положим кошачий корм сюда? Ага, попозже она положит. Ну ладно, кофе с молоком выпить. Бахай. Я думаю, сигарету потом можно, в принципе, да? На вкус великолепно. Будет еще лучше только сигареты. Курить. Эта птица продолжает сверлить меня этим своим ужасным взглядом. Может быть, она была той же птицей, что была в лесу? Надо избавиться от нее. Не могу расслабиться, когда она рядом. А волейбольным мячом может ее кидануть? Ладно. Сушилка для белья, смотреть. Блин, а что ж с ней делать, а? Кошачий корм, спички. Может, поджечь ее нахрен? Ладно. Не, ну она туда-сюда летает. Что с ней делать? Ладно, идем обратно. Может быть, чем-то ее согнать? А ну, сыграть. Не сейчас. Так. Что же делать, что же делать? Стул, окно. Закрыть можно, смотрите. Так, свободная спальня. А ну-ка. Войдем в спальню пока что. Посмотрим, может, что-то тут есть? Ага, что-то она стоит. Мишку увидела. Мне казалось, я его убрала подальше. Зараза такая. Мне хотелось, чтобы он просто исчез, но он здесь напоминает мне о прошлом. Это плохо, кстати. То, что у нас шкала заполнилась. А ну-ка, взять рубашку. Только зачем? А ну-ка, может, ее одеть надо? Да. Я знаю, что с ней делать. Может, ее намотать на эту штуковину? На сушилку для белья? И поджечь потом? Смотрите. А ну-ка. Спички использовать. Смысла нету, да? А ну-ка, а если я сейчас подойду? Она все равно летит. А ну-ка. Наверное, мне придется постараться, чтобы прогнать эту ужасную птицу. Мы берем и спичками поджигаем, не? А чем же тогда? Может, кошачий корм? Сигареты, не? Ладно, в принципе, давайте, друзья, наверное, на этом закончим, потому что серия выходит уже на очень долго. Я потом разберусь, что надо делать. Если вам понравилась эта серия и это прохождение, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Блублинос. Всем пока-пока и удачи!